Здравствуйте. Это очередная карта в коллективном маппаке Whole Old Country Yard. И это вот такой вот замок в четырех стенах. И мы вот должны вот по вот этим башням, по вот этим проходам спуститься прямо вниз вот сюда, где будет финальная битва. Вот, и весь интерес в том, как мы будем именно спускаться по этим башням. Да. Про все увидите, но прежде всего застрелим этого Санту. Это просто секрет, я не знаю, что он там делает и что он в принципе делает, но он там. Окей. Наступим на эту дверь, чтобы открыть ее. Ребята опасны, поэтому избавимся от них сразу же. И, как вы можете видеть, это вот такая гравитационная штука, как один из уровней в сервисе Next Encounter. Достаточно забавно сделано. Не то чтобы оно тут сильно используется, но моменты есть. Ну и, к слову, бои на этой карте странные. Вот. Прежде всего, здесь вот есть невидимость, что тоже странно, она используется только в мультиплеере. И здесь она не то чтобы полезна, но, тем не менее, она есть. Префайером пустим сюда немного ракет, потому что там будет демон. И он раздражает. Фокусируемся на камикадзе. Немножко стреляем по гарпиям, чтобы держать их на расстоянии. Вроде все. Берем бензопилу и... Ау. Ну и, собственно, пилим их. Дружимся и пилим. Дружимся и пилим. Это не очень весело, зато эффективно. Отлично. Собственно, да, это был бой. Далее будет следующая башня. Тут будут скелеты с зоргами. Прежде всего, избавимся от скелетов. Потому что снарядов зоргов легко увернуться, когда их не так много. Вот, ну и, в принципе, больше здесь делать нечего. Движемся дальше. Здесь тоже будет своя забава. Например, вот этот вот гигантский бык, позеленевший. А также вот это. Возьмем неуязвимость просто потому что. И, да, будем творить безумие. Да-да. И вот так примерно вся карта. Так. Ребят следует застрелить прежде, чем мы зайдем в башню. Ой. Вот. Так вот. И пройдем вот сюда и обратим внимание на бочку. Под ней такой кирпичик. Уничтожаем бочку, вместо на ней таблетки, ну да ладно. Мы нажмем на кирпичик, и он откроет одну дверь, к которой мы сейчас подойдем. Так. Застрял бедолажка. И, собственно, вот это путь, по которому нам нужно двигаться дальше. А вот это та самая дверь. Так. Мне не нужна броня, на самом деле. Потому что мы там найдем броню получше. Аккуратненько. Вот здесь вот секрет. Вот такой вот пол с боеприпасами и огнеметом, что немаловажно. Он может быть полезным на этом уровне. Также здесь есть секрет в секрете. Это вот эта вот красная броня, но будьте осторожны, когда мы ее подберем, произойдет вот это.
Ну и, собственно, это весь секрет. И секрет в секрете. Замок немножко блеклый, но... Ну, выглядит вполне себе окей. И да, я не знаю, почему уведомление проигрывается повторно, но... Оно не мешает. Итак, следующее... Ау. Это волна кукурбита. Убьем сначала вот этого неудачника. Здесь становится громко. Ну и это все. Далее, следующая башня, разумеется. Тут уже больше ступенек. Это приводит к забавным визуальным эффектам. Мы сначала пройдем сюда, наверное. Убьем этих скелетов, пока у нас есть serious damage. Но они решили испугаться. Ладно. Так, это чувака мы успокоили вот таким образом. А, вот он где. Так, здесь лежит рюкзак. Сюда нам нужно идти, чтобы продолжить, но мы пойдем вверх по башне. И будем лицезреть вот эту вот спиральку. Я подозреваю, что у некоторых здесь может голова закружиться. Или еще какие-то симптомы произойдут, я не знаю. Но это забавно выглядит, я не знаю почему. Очень, кстати, необычный выбор музыки для карты, в принципе. Это победная из Большого Собора. Ну и да, мы весь этот путь проделали для пушки. И, да, ты зря потратил время только для пушки. Ну, кажется, у нас разные понятия о том, на что время зря тратить. Ну, хотя не то, чтобы эта пушка здесь будет полезная, но тем не менее, это, блин, пушка. А стоит того, чтобы потратить на нее несколько секунд? Но этот путь, конечно, длинноват. Ну, это он и секрет. Так. А, да, это не туда. Это предыдущая дорожка. Ага, вот здесь. Здесь он тоже дает неуязвимость. Тут будет волна камикадзе и скелетов. Вы также можете видеть апельсины, которые нас швыряет этот чувак. Им мы займемся чуть позже. Могут остаться еще камикадзе. Можем укрыться здесь, если хотите. От того чувака, если вдруг неуязвимость там закончилась, или вы ее решили не брать по какой-то причине. Гигант повержен. Вот эта башня немножко опасная, потому что здесь сразу камикадзе. Сейчас попробуем правильно выпрыгнуть и застанешь. Я... Ой. Здесь такое происходит, что вышвыривает обратно. Но зато это сделало нам работу гораздо проще. Не знаю, почему здесь такие визуальные штуки происходят. Видимо, издержки. Заигрывание с гравитацией. Но, тем не менее, вот этот дворик, наше финальное поле сражения,
Здесь есть немного боеприпасов, если вам вас интересуют эти ядра, то их можно достать вот, вот так вот, да. Не знаю, про что это. Тем не менее, здесь мы видим миниган. Прям серьезный дэмэдж, мы серьезную бомбу в этом бассейне. Берем миниган и веселимся. Ау. Я только сейчас обнаружил, что на этой карте нету обычного дробовика. Ну да ладно. Немножко подождем, прежде чем брать неуязвимость. Когда появятся вот все эти ребята, их тут будет очень много. Прям неприлично много. И в этот момент лучше использовать огнемет, потому что он бьет сквозь толпу, и вообще огнемет прекрасен в этой видеоигре. Это буквально безумие. Кстати, видели надпись Checkpoint, наверное, там посередине появились некоторые бонусы, но пока мы не убили вот этих вот ребят, их лучше не брать. Хотя там бессмертие тоже, но тем не менее. Лучше, чтобы никто не мешался. Потому что с подбором этих бонусов будет следующая волна. Недаром это названо чекпоинтом. Так, это эти вот ботиночки. С рюкзаком, с бессмертием и с невидимостью. И невидимость вот здесь немножко работает, когда... А, ладно, не важно. А невидимость работает таким образом, что монстры не видят, пока вы не начнете стрелять. Ну, если они до этого вас не видели, конечно. Камикадзе все испортил, ну да ладно. Не то чтобы оно тут сильно полезно, я бы все равно начал их сразу убивать. Я не обратил внимания, что у меня еще серьезный дэмэдж был. Ну да ладно. Только снайперский пуль нам все равно не понадобится. Ой-ой-ой! Я забыл про них. Ладно. Не смертельно. Я буквально про них забыл. Следующий чекпоинт, как мы видим. Слово после убийства вот этих големов. Он активируется. Да что тут не умираете-то, а? Так вот. Он активируется подъемом вот этого сердца. И когда мы его возьмем, появится босс этой карты. И, разумеется, это Мордекай. Так. Этот чувак здесь, помимо обычных монстров, спаунит Санта-Клауса. Который... Ну, я рассчитывал немножко на другой бонус, но да ладно. Я хочу, чтобы они мне вышвырнули Serious Damage, чтобы я с Мордекаем разобрался гораздо быстрее. Неуязвимый, разумеется. В тренировочном забеге мне сразу было дано... Да что такое? В тренировочном забеге мне сразу было дано... усиление урона, и это происходило гораздо быстрее. Ну и не проще немного пострелять. Придется наносить ему
хоть по чуть-чуть урона. Да что ты будешь делать? У меня уже есть броня. Ну, ладно, вот есть. Подвел меня еще. Нет. Так, нет, вот этот чувак должен умереть. Если ты не умер. Наконец-то. Возьмем вот эту штуку. Подождем, пока мордыкай появится и... Где? А вот и где. И, разумеется, у меня патроны кончаются для мини-гана. Прекрасно. Ладно. Так, отлично. Так, DPS будет выше. О, надо же. Нет. Вот так будет выше. Забираем все бонусы. Просто потому что. Смотрим, ну смотрим, как подыхает этот колдун. Да, и собственно все. Мы покидаем карту с 200 хп и 200 брони. Это прекрасно. А вот эта дверь должна открыться. И... мы возьмем Грааль. Здорово. Вот и вся карта, собственно. Она интересна по задумке. Выглядит визуально достаточно блекло, но... сами вот эти вот ситуации, вот эта вот гравитация, это достаточно интересно. На мой взгляд, и не каждый это использует. По крайней мере, я не так часто вижу. Ну и бои странные, весьма странные, и мне кажется, здесь задумка была больше, что это какое-то power fantasy, то есть просто ходишь, божишь такой, просто чисто для веселья, для фана, что-то такое по-веселому дурацкое, что-то вот, что-то из этого, у меня какие-то такие ощущения, но, опять же, ничего не имею против, это было достаточно весело. Вот. Еще что интересно, я в... когда практиковался, был забег практики у меня, я здесь получил 5 лишних убийств, то есть убийства, которые совершил я, да, их было на 5 больше, чем те, которые были на карте. Я скриншот прикреплю, потому что я вряд ли это объясню. Вот, это было интересно. Классический Serious Sam всегда преподносит такие сюрпризы со спаунами. То, блин, тебе их не хватает, то... перебор, но ничего страшного. Главное, что сейчас все один к одному, и все прекрасно. Да, тем не менее, спасибо большое за просмотр, и всего доброго!